Всем привет! Я выхожу на площади Куба Колоса. Это станция метро площади Куба Колоса. Значит, Якуб Колос — это белорусский писатель. И его памятник стоит здесь на площади. Вот это Якуб Колос. И тут еще рядом два памятника. Это его какие-то персонажи из книжек. Вот трамвайчики ездят. Через дорогу Белгосфилармония. Вот, это проспект Независимости. Вот, еще раз покажу Якуб Колос. Позади там улица Веры Харужи и Комаровский рынок. Самый, можно сказать, такой центровой главный рынок города Минска. Сейчас уже много рынков, но раньше это был как бы один основной.